Привет, ребята! Это схемы, которые управляют вот этими реле. А это реле, внутри которого стоит вот такая катушка. А это катушка, на контактах которой возникает очень высокое напряжение при размыкании. А это диоды. Маленькие, средние и большие, которые призваны, будучи включенными параллельно катушке, защитить от этого высокого напряжения вот эти вот транзисторы. Но об этом уже сказано много, а я скажу, что это чушь. Итак, как же ставится защитный диод? Давайте поставим его так, чтобы при замыкании кнопки ток протекал не через диод, а через катушку. Поставили. Замкнули кнопку, ток течет через катушку, размыкаем кнопочку, в точке G у нас возникает высокое напряжение, которое может разрушить вот эту кнопочку, либо тут стоит транзистор, и ее защищает вот этот диод. Но скажите мне, каким образом высокое напряжение будет проходить через диод, включенный таким образом? Быть может, я перепутал положение диода, и мне надо было его перевернуть? Давайте перевернем. И вот я, пользуясь великой мудростью, защитил свою катушку от высокого напряжения, которое возникает в этой точке, с помощью диода. Теперь возникшее напряжение всплеском своим проходит через этот диод и уходит на землю, не повреждая ни катушку, ни контакт. Но что же тогда получается? Когда мы замыкаем вот эту кнопку и подаем напряжение питания, это все напряжение питания уходит в землю через диод, и наша катушка не получает никакого питания. И даже в точке G из-за этого не получается никакого высокого напряжения. Какое ай-яй-яй! Но ведь об этом кричали, тиражировали ролики, рассказывали умные схемы, показывали, что ни в коем случае нельзя использовать вот это вот реле без защитного диода, иначе ваши транзисторы...